На Камчатке двое браконьеров заплатят более 2,5 миллионов рублей за 223 хвоста нерки, сообщили в краевой прокуратуре. Суд признал этих елизавчан 35 и 19 лет виновными в незаконной добыче водных биоресурсов с причинением ущерба в особо крупном размере. Браконьерством они занимались летом прошлого года на реке Плотниково. Только за один день мужчины выловили не менее 223 экземпляров нерки, с которыми и попались инспекторам Росрыболовства. По новым таксам для определения ущерба биоресурсов стоимость одного экземпляра нерки составляет 11 575 рублей. Общая сумма ущерба, причиненного браконьерскими действиями елизавчан, составила 2 581 225 рублей. Эти деньги они должны возместить государству. Кроме того, оба браконьера приговорены к полутора годам лишения свободы условно.